Буквально только что, буквально в вестибюле, как духи, стерегущие сезам. Вахтер и билетер в бессменном карауле стояли и не верили глазам. Творилось в варьете немыслимое что-то всего-то на заезжий водевиль. Толпа с восьми утра сплошная, как пехота, текла, топча ковры, что твой ковыль. Паркет стонал, буфет сиял, кассир косил рубли. Бежал на бал, и стар, и мал, лишь ты ждала вдали. С восьми утра была густа средина зала, и площадь перед входом не пуста. А публика все шла, росла и занимала не самые дешевые места. Грузился билетаж помногу и немногу, балконы продолжали тяжелеть. А ты ждала меж тем в кафе через дорогу, но можно ли о том не пожалеть? Поток не газ, он бил в разнос, бурлил, роптал, спешил. Каких гримас не свел курьез, каких одежд не сшил.